День физкультурника в Волгограде встретили, как и положено, активно, позитивно и спортивно. Так, 12 августа в Комсомольском саду всех спортсменов и любителей активного отдыха ожидали индивидуальные и командные соревнования, спортивные мастер-классы, состязания и конкурсы. А на нижней террасе прошли всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2017». В праздновании Дня физкультурника приняли участие и именитые волгоградские олимпийцы Лариса Ильченко, Алексей Петров, Любовь Васильева и другие титулованные спортсмены. Не остались в стороне от Международного спортивного дня и сотрудники правоохранительных органов. Во всех районах региона в летних оздоровительных лагерях сотрудники полиции в этот день в рамках всероссийской акции провели спортивные занятия, соревнования и утренние зарядки для детей. Алена Пузына продолжит. Раз, считаем. Два, три. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Это утверждение многие знают наизусть, особенно воспитанники детских оздоровительных лагерей. Каждое утро, едва проснувшись и умывшись, они дружно своими отрядами отправляются на зарядку. Только в этот раз все было не так, как обычно. В роли спортивных инструкторов – действующие полицейские, мастера спорта. Мы провели зарядку с ребятами, показали те упражнения, которые используют сотрудники внутренних дел на занятиях по физической подготовке и показали приемы спортивного раздела самбо, боевого раздела самбо, которые используют также сотрудники при задержании правонарушителей. Ребята, которые принимали участие в зарядке и в нашей спортивной разминке, с удовольствием выполняли, повторяли все упражнения, спрашивали, как они называются. Необычная зарядка прошла в детском оздоровительном лагере «Чайка», расположенном в Среднеоктубинском районе в хуторе Заяр. Место проведения мероприятия выбрано не случайно, ведь в лагере сейчас проходит профильная смена для подростков, находящихся в социально опасном положении. Наши дети, многие из них, находятся в трудной жизненной ситуации. И для них именно сотрудники полиции, с другой стороны, они их увидели сегодня, что можно брать пример сотрудников полиции, то есть сила, ловкость, умение выполнять какие-то упражнения. Этим детям надо именно такие показательные выступления почаще проводить. Акция «Зарядка со стражем порядка» в День физкультурника также была проведена и в социально-оздоровительном центре «Ергенинский». Сотрудники госавтоинспекции продемонстрировали ребятам возможности служебного автомобиля и мотоцикла, а также напомнили о необходимости и важности соблюдения правил дорожного движения. Футболисты легендарной команды «Ротор Волгоград» показали ребятам упражнения на технику игры в футбол, после чего между воспитанниками оздоровительного центра и полицейскими состоялся товарищеский футбольный матч. Стоит отметить, что подобная акция уже стала традиционной и ежегодно проводится в летний период. Материал подготовлен при содействии пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. Алена Пузына, Вести 34.